Не, ну у нас я пока репутает человек. Можно, конечно, отойти, кому надо, но столько дисконов. Ну, да, нет, вам все равно. Можно отойти. Ходите, прикурите, чай налейте и возвращайтесь. Сколько времени? Ну, три. Давайте 3 минуты, да. Да. Сейчас 9:30. Блять, потяжело, на самом деле, со стрима смотреть, все равно не хуй не понятно, с телефона даже лучше было. Не знает. Так, блять, тут ракурсы неудобные. Это надо где-то с потолка смотреть, чтобы было все охуенно, что кто-то в центре. Я понимаю, но слушай, мне больше всего нравится смотреть по расположению от этого, от исполина. Но исполина так ебаного все встроено, чтобы я не могу через его фрейм все это хуйню. А что у него за фрейм? У него это типа, знаешь, какой что? Рамдеса? Рамдеса? Абдисикс. Белорусский. Сука. Ай, гудли, блядь. Сука. У тебя кринж на рейд. На горош. А, ты про... Я понял про что ты. Это потому качество стрима прям подбитных людей, такая функция у кого-то. Нихуя не ясно, повтори, блять. Функция HD есть у кого-то? HD? Стрим. Что это значит HD? HD меня, что ли? HD. Ну это премиум нужен, у Кубоба есть, по-моему, да? У меня такой хуйни нету. Кого, что нужно? Премиум, HD он хочет смотреть, 4К. А, нет, у меня такого нет. Мне кажется, 2 волонира бы еще плюсом нам, или 3. 6 волониров. Да, 6 волониров. И всего фуликов. И мы бы зарешали просто тут. Да не, на самом деле хер знает, что делать, когда огонь прилетает в 10 человек. Там ну никак не спастись, блядь. Сакра не помогает. Разбежаться не получается, потому что бегут 5 тел в одну сторону, и все друг друга дамажат. Очень-очень сильно большой дамаг здесь. Большая проблема с рейджом. Я сейчас попробую это спринга посмотреть и там... Может как-то, слышишь, помнишь, я предлагал в одну точку 2 тела ставить? Ну это для токсина, но я хуй знает. А на огне это вообще ничем не поможет. На огне это только больнее делать. Ну да, ну в теории, если в 2 прилетит, они могут не сдохнуть. А когда в 10 миликов прилетает, они стопудово сдыхают. Там уже нихуя не сделаешь. Как сделать, чтобы в миликов не прилетало, блядь? Хер его знает. Я помню, предлагал еще миликам бегать слева-справа от огненной, у нее хитбокс большой. Если они кучками... Сколько у нас? На X2, кстати, мы по-другому убивали. Мы убивали их одновременно, милики бегали за ползучей всегда, и РТДшники стоячие сюда били. Понимаешь, в чем проблема? Если бы хитбокс был большой, когда ползучая зеленая, у нее хитбокс один хуй маленький. И чтобы ее бить, нужно прям в центр модельки червя забегать. А у огненной хитбокс как раз большой. Потому что, ну это как-то не предусмотрено, или это баг какой-то. Ну так, мне кажется, не должно быть. Вот, и они когда перекапываются, получается, у огненной, которая вкопанная стоит, у нее хитбокс один хуй большой. То есть ты можешь, вот она стоит вот в этом кружке, да, в центре. И ты можешь на максимальный рейндж вот так вот от нее отойти и бить ее. Какая разница, если в тебя плюнет, на каком раньше ты бы не стоял, в тебя плюнет и все милики гореть будут. И речь идет о том, что встать миликом с 2 сторон. 4 милика с этой стороны, 4 милика с этой так стороны. Так там даже если трое будет жарить друг друга, они там ужарят друг друга. Да, ну, так там есть. Двое еле-еле прохиливаются, а если трое уже сжаривают. Ну так есть разница, в 10 прилетит или в 4.
правильно? Вот какая разница, что вот именно, что нет, что в 10-4, все равно улыбаться. Не-не-не-не, ну давай подумай еще раз. Есть разница, в 10 прилетит огонь или в 4? У них есть, у ДКшников, незыбка зеленка. У варов есть ШВ. Под сокрой можно нажать это все и не сдохнуть. Да, это просто под сокрой переживает. Ну, тем более, есть разница, в 4 прилетит, и они потеряют 440 кадров. Ну, сейчас я по дисциплине посмотрю, может, что. Или от 10 миликов сразу 100 кдпс. Тут нет разницы, потому что если мы даже теряем 40 кдпс, это уже очень плохо. Есть. Ну, так мы сейчас просто по КД каждый трай теряем 100 кдпс. То есть 10 человек прилетает огонь, и мы ничего не можем с этим сделать. Я вот ищу смысл, как сделать. Как... Смотри, почему РДшники ловят. Постоянно двигается эта лужа, то есть теперь получается, ты вроде она выкопалась, ты встал, да, в рейнже все, лужа вылезла и у нас двинулась, и все начинают бежать, потому что мы все, ну, в смысле рейнже не достаем уже, начинаем сдвигаться, все сдвигаются кучей и друг друга коцаем начинаем, то есть смещаем рейндж между собой уже. Да, сейчас поставлю, мне ее меньше двигать, окей. Там по минимуму ее двигать. Либо как вот на X2 мы убивали там, то есть там, блин, одновременно, то есть там ползучие убивали милики, стоячие убивали. Вот я это говорил после этого первого трая сказал, что типа, когда кислотные закапываются и выкапываются после геружи, давайте кастеры добьют зеленую, а милики будут красные. Не, ну это. Не, там я вообще с самого начала. С самого начала. То есть ползучие отходятся вместе с миликами, а РДшники стоят это огненные. Нет, здесь. Ну, то есть, механика такая, через нестандартная, что дурак. Где там план, дошел бы или нет? Там да, просто да, танки все, не выдерживают. Все, тут все, ну, все, все, давайте, повторите, вам следующий именно, ну, веб будет. Что, чалкой так том, то на плотном КД, типа, нет. Да, если пердишь, ничего не слышно. Так, а фаски перепили, масло перемазали. Так лучше Блять, слышишь чё? Перебафы, выносливость, молитва стойкости. У кого из престов вкачана хуёвая? Проверьте, 160. 5, 4, 3, 2. Один. По-моему, она 2000 должна, не 160 выносливости давать. Слушай, опять же мы не можем. Все, вторая проверим. Ой, не в тему сейчас. Забираем. Не выходи. Скинул. Войт, Войт. М? А снобль на тебе. Ну ты в танк. 6 таков уже. Больше по бус. Готовьтесь к
Слева очень много места. Чего вы стакнули все в центр? Пришники растянулись. 3, 2, 1. Я на чем можно заработать? Ну, центр раскинули лужи для ТВ. Мать по кругу готовьте. Мастера не надо. Блин, я замерз, не добежал. Массакрой, массакрой. Сверни от этого торчащего, которая... Торчащая ничего не делает. Лучше 2 секунды. Почему мне пишут, что уже, когда нету уже? Нормально, по-моему. Уже развелась. Бэрю. Буду когда. Я замерз, стою. Все, добили, отлично. Буду собрать. Карне суинер залейте. А ты дойдешь на меня? Там где это лежит труп. Я вы чуть сзади. Выйдите, ну, скользите перед ним. А, не, на тебя закончился баф уже. Понабирай игру. Да, я замерз стою. Я буду вести в сторону труп. Оттуда уходить. То есть ничего нормально, там помню, пока этот перешка будет. Вот. Объясни за поднимение. Ногой рожа, Вовро подними. А Гарик Анона. Забирай это. Я заберу большого. По 4 стоим. Расстрелились, трое. А, ребаф, дайте по ДКшке. Перекоп. Схипы вы там отверны. Пиди. Идеальный пава. Да. Матфей, да? Много, ёбаный в рот. Матфей, Матфей. Всё, всё, падаем, падаем. Как ты так был? 2 хила, 4 хила стояли с одной стороны, с левой. Ну, вроде у тебя микрофон плохой, он что-то прям... Да. Не, да, пизду, да, только мешаешь, блядь. Вот чего сейчас мастера уровня дать было? Да там похую на мастера ауру, там... В лужу зашли? Там червяк недобитый. Нас не должно столько задувать. Мы теряем результат, все равно ДПС. Слышишь, что? Так, вот смотри, на идеального он смотрит. Кто-то знает эту фишку Freedom кидать? У нас же ретрик есть в рейде, 2 ретрика? Не, у них не вкачан талант. Это по ретрику. Я не знаю, как это было слышно. Основная проблема, бля, постоянно РДД-зона стягивалась в одну кучу, стояла. У вас, типа, нужно полумесяцем, как минимум, распределяться. Второй косяк был в том, что сейчас хилы встали с одной стороны все. Вы, типа, жметесь, не пойму, зачем в одну кучу. Типа, встаньте слева-справа. Вам будет проще. Нет, там магия. Там надо стан снимать. Там, там не да, тут там нет. Надо этот фридом. Да, понятно, понимаешь, там у тебя вот сейчас задуло стоит идеальный Лакрима, Карнес втроем, и спалит только в стороне, и то что, да, это спел хорошую штуку пишет, что мы все пиздим разные вещи. Поэтому, да. Когда у нас рев выходит, стойте, сейчас, когда у нас рев выходит, нам нужно встать так, чтобы весь рейд сразу не задуло. Типа, хотите дамажить, подумайте так, чтобы вас не задуло. Одни встали, посмотрите, возле правой ноги много, встали под левую, значит. Просто сами ориентируйтесь. Ладно, еще раз спрошу. Как насчет того, чтобы вкачать талант и фридом снимать дыхание сразу, моментально? Он выбирает в цель человека, цель героев держит, и даешь ему фридом. По-моему, даже макрос цели можно сделать, да? Потому что я это видел в одной...
пацаны, поставьте, пожалуйста, шкаф, я слетаю по-быстрому, куплю себе зелье, я перепил свое этим кровяникой. Одну секундочку, прям быстро. Типа там сразу дыхание прекращается. Не знаю, как вы думаете. Стой, давай я тебе просто это дам. Давай, я просто перепил свое нечаянно. Ты где? Don't. Ой. То есть я кому? Рокс Райт. Ага. Ну, от души. Годишь, я скину позже. Ну, это в КБшку одно положишь просто и все. Хорошо. Прекращается, у меня даже на видео это записано. Они кидают Freedom, и тот, на кого рев дышал, он же дышит на одного человека. Если он выходит со стана, он прекращает дыхание. Автоматически весь рейд прекращает получать миллион урона. Ну, как хотите, типа. Разве таунт не работает? Нет. По обычке. Хорошо, у тебя что? Все. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Я запустил. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища... А погоня за предыдущий чудовищ. Это снятие. Там мувспит. 15%. Ну и, собственно, там какой-то деф, по-моему, от страха. Или от стада. Десар. Меня. 5, 4, 3, короче, в обычке потестим на следующем, да? 1. Сноболь. Косни, зашел под босса. Рабос. Могу не выходить. Танка под босс.
Лужа еще одну разлейте в центре. Мастер. Блять, ебаный. Массакро, дайте. Ой, хилы хорош. Просто хорош хил. Забрал пока этого выкрушился. Заберешь меня, Войс? Я затем пойду. Мастер Аур на огонь. Харик, дай спокойствие. Наговор ваш дашь ПР, хунту. Пап, Диксу даю. Спасибо. А, хорошо. Наговор ваш синкея. 300к добейте. Дотикать должны. Я опять замороженный стою. Туда идет нормально. А, у Акримов дреща БР. Лежу. Почти итальянцы поднимите, поднимите дреща. Идеально, если у тебя есть ты. Сейчас я в лужу, может, просто не стою. Все, прошло в лужу. Макрим. Дрыщ, я заберу Лева. Помигай на карте. Уже резнули. Синкея надо поднимать. Лев вышел. Да, фонтан нужно поднять. Немножко. В центре ставим. А, под щиты альянса, где вход мы стоим с этой стороны. Ставлю посередине рейда просто Лев. Ведь он откидывает всех же. Здесь это рад. РДД змею. Массакру. Тысяч. Дотикать должна. Смотрим, кого побежала. Черепка отошли. Ой. Нужно разбоерить. Надо боерить, да. А, на гвороже есть? ДДшником. Все нормально, раздали. Да, вара есть. А, мастер. Фанта поднимите сейчас. Сейчас откинет. Смотрите. От дрища отбежали, черепочек смотрим. Попавшим Геру можно. А нету Геры. Не, мертвые. Не успеем, походу. Черепочек. Ну, короче, бегать не сложно, бегать умеем, хорошо. Осталось до этой фазы спокойно дойти всем живым. Ну, сейчас берса будет у него. 38 секунд, как-то. Ну, да, это... Да, да, там раньше, да.
Они порезали таймер. А нет, слушай, вот сейчас нормально прям было, вот в конце такой проёб был с... Я поставил еще босса криво, он там двоих убил из-за этого. Если вы так же отыграете, только вот не накосячите со змеёй, вы убьете. Близко, близко. Я флешу написал в ПМ, не знаю, захочет он где. Флеш. Я сильно пострадает билд? Там, ну, обезоруживание и скорость передвижения только пострадает, и все. Ну, не факт. Может, ну, я спрашиваю Редрика. 2 на 2. Флеш. Там, да. Флеш, Роксрайт. Да, слушаю, что? Да чуть-чуть они пострадают. Да, давайте, сделайте билд с фридомом. Макрос, таргет-таргет есть у кого-то? Хант, есть у тебя таргет-таргет? Слэш ассист? Слэш класс? Да не, ну вон, Валк скинул. Маусовер. Ну маусовер это... Нахуя маусовер? Он цель выбирает. Он выбирает... Ну да, и ты на эту цель наводишь просто мышку. Да, понятно. Нет, смотри, ты можешь слэш ассист, слэш ассист, слэш каст, длань спасения. И все, он тебе, соответственно, сразу меняет таргет и кидает туда фридом. Или ассист, или таргет-таргет. Ассист — это цель-цели. Ладно, похуй, просто интернет открою и все. А зачем ему таргет равно таргет? Если он все равно в таргете держит цель. Ну, таргет-таргета. В смысле, того, кто босс держит в цели. Да. Так, что, ну хорошая идея. Давайте это 3 минуты сделаем перерыв. Сейчас неплохой был трай, просто чтобы не потеть тут. Сейчас отдышимся и то же самое повторим. Спокойно, пока билды делают тут. Я ТБМ брейк не буду прописывать. Давайте так, просто 3 минуты. Сейчас скину, как должен нормальный макрос выглядеть. Дискорд скин. Так а зачем макрос? Они же будут в таргете босса держать. Просто таргет-таргета поставьте себе. Ну я про него и говорю, блядь. Ну и все, и сразу выбрал цель и кинул то, что надо. Вон я написал. Да тебе даже цель выбрать нужно, ты просто нажимаешь. Да, просто босса держишь в цели, блядь, и нажимаешь, и все, блядь. Ты фридом тыкаешь вот с макросом прописанным, а он тебя просто сразу туда его кидает, куда смотрит босс. Единственная проблема может быть, что ренджа фридома сколько там? 20 метров, да? Ну нет, у него нормальный рендж такой же, просто, ну, пробежать-то никаких проблем нету. И еще проблема есть. Типа ретрикам тоже нужно с двух разных сторон стоять, противоположных. Слева Роксрай, справа флеш, я вам проблему-то решил. Ну вот, я это и говорю, что с противоположных. Ну, тебя послушать, Нейр, ты тут вообще все зарешал. Нет, так ты просто ищешь проблему, там где можно искать. Я проблему не искал, я решение ищу, блядь. Я говорю, что видел такое, что фридомом снимается, он просто прекращает каст дыхания, прикинь, как это охуенно для хилов. Хилы просто не будут обсираться. Вот, понятно. В одно и то же просто говоришь. Душный, да? Нет, ты просто одно и то же говоришь, типа, повторяешь, ну, типа, все понимать без этого. Ну, повторение, мать, учение, блядь. О, действительно, он вообще в одной точке стоять и не двигаться, если снимается. Ну, в одной точке это пиздец, конечно. Я прикинул, так все в одной точке стоят. Не, ну если... секунду не сбреется. Знаешь, если стопудово фридом будет в секунду снимать, то там вообще похуй, хоть в... Блять. Хоть в одну точку все встанут. Но ретрикам нужно с двух разных сторон стоять. Тыкнуть волшебную кнопку. Там захиливать надо вертушку, получается. И топот. Вот он когда подпрыгивает в центре, он топот этот дает, он очень много хп снимает. Нужно, чтобы перед этим прыжком все были фул. И
как раз, кстати, огурцы, которые вот тут берут, на этот момент нужны, потому что если хилы бывают... Флешер, это засуньте. Не успевает, бывает, поднимать по хп, можно сожрать огурец, и, возможно, топот не убьет. Огурец сколько резает? 3к хп или 5? Mm. 4200 и 5, в зависимости от того, прокачан на лантере или нет. Дайте шкаф Локи. Какие-то, он кто бегает там. Так, а теперь объясните мне по-быстрому, о чем я делаю с Ридом и кого я дачил. Написал тебе макрос в Дискорде, отсутствует так. На РТ, отсутствует на РТ канал. Так, захожу, смотрю. Ошибся каналом, блять. Вот эту хуйню просто скопируй, вставь и поставь на кнопку, где был Фридом. Ну, да, главное, чтобы хорошо. Это удобно было тебе. Хорошо, хорошо. Блять, а вдруг не сработает? Ебать, надо срёбся. Но это типа, исходя из того, что он точно в цель выбирает ту цель, которую, на которую дышит. Возьми просто сейчас в таргет. Ну, персонажа возьми любого, чтобы он тоже кого-то взял. Да. И даст цель тебе. Вон, возьми в таргет, не знаю, вон, Валка возьми, и этот сейчас кто-нибудь тыкнет из них. Давай, вон, Войда возьми, я Валка в таргете держу. Да, ты Войда нажимаешь. Вот, медведь. И кидаешь этот макрос. Давай, кто там? Блять, да они еще не саманулись нахуй. О, Рекса. На медведя. Так, типа вы предлагаете через босса... Да, через босса, в цель босса, Фридом. Сначала попробуй на персонажа, работает. Нет, блин, да, нажми сейчас на Войда нажми сейчас и нажми этот макрос. Ну-ка давай, Донт, возьми вот так вот. Да нет, Вот, кинул сначала? Да, кинул. На Войда кинул. Хорошо. Ебать, синовый, да. Кто там меня в цель взял, что на вас кидают? Ищи лакрима. Заходите. Ок. Блять, еще бы червяки не были такими сложными. Живучесть. Вон Валк дело пишет. Так лучше инжу взять, не? В стане, по-моему, нельзя, да, юзать. Зелье свободы действий тоже поюзайте. А хуман чё? Чем эба? Хуман хуйня. Ну так это на себя только юзается. Ну, гном тоже можно снять. Тут смысл о том идет, что он даст фридом и... Он не снимает. Босс просто дыхание прекратит по всему рейлю, понимаешь? Ну, и у Хумана же то же самое. Ну, так это нужно если, быть если, целью. Если в Хумана дует, тогда он просто тренкуется и все. Если он знает, что в него дует. Ну да, и если в него дует. А то если... Так, Лакрима. Ты тут? Ну, заходи. А-а-а. Ну если так, Суза, то это заебись, конечно. Ну хули делаем хуманов, блядь. Ридаров продаем, блядь. Качаем новых персов хуманов. Пауэрейда эльфов бездных, пауэрейда хуманов, чтобы все бегали везде. Ну можно просто пвпшно тренировать. А прикинь, все ридары просто, блядь. Такие 100 луж фиолетовые. Рыбка будет? Чемпионы такие бегают. О, Лакрима зашла, да, ставлю рыбку. Слышь, чемпионы такие бегают, ДК притяжку заюзал, блин, канулся, следующий заюзал, блин, канулся, блин. Нихуя они там охуеют просто. Сирус такой, Сирус. А которая стан снимает, как называется, жерлю. Свобода действия, но вроде другое. Огурцы возьмите. Свобода действия это новый ридом. Точный. Там пиздец, он 30 секунд висит.
По-моему, магию эту не снимем. Другое какое-то есть, которое снимает. А, дайте кулак пополам. Все, все готовы, запускаем. Бафнитесь. Сейчас найдем, блядь. Зелье свободное. А, кубок закинь в Аноуна. Этот, СС. А что у нас тенка на месте бежит? Зависло все. Ух. Не, меня хилят. Нормально. Да не, нормально. Не, ну нормально. Нормально, но я вылетел, походу. Зелье неудержимости. Вы запустили уже, меня выкинуло? Да. Да, запущено. Попробуй зайти. Вот это, по-моему, зелье, да? Вот. Ну, потом. 5, ой, ну да, у меня фризит, пиздец, как, конечно. Сервер не пускают, походу. А там 4 офнутых человека, это по-любому уже. Да, да, да. Не знаю, у меня босс вышел, я убить не могу. А я тоже вижу, он стоит. Все, гадрон начался. Он идет. Подожди, блядь, все против нас. Сервер не хочет работать. Сраный Сирус, блядь. С одной и с другой стороны, хорошо, что мы это, ну, паузу сделали. Оружием. Потому что сейчас бы мы на жуках бы так же вайпнулись. Да, ну смотри, там на зелье написано, что оно не снимает нихуя. Вот на тебе стан есть, ты хучу снимешь. Ну ты в стане не можешь его взять. Не, вообще-то можно. Удаление уже наложенных эффектов оглушения, эффектов затрудняющих передвижения. Значит, да, он работает как вот этот Freedom, походу. Ну чё, у кого это зелье есть? Это Зандалар. Так он всё равно будет спрепотан на одном КД. Ночные эльфы могут по КД вообще. Нифига себе, огонь по 10 тысяч тикает. Да, дом тогда 22 стака наглотал на себя. 28 потом было. А я вышел из лужа, у неё, видимо, этот, ну, радиус больше. Да, немножко больше. Я смотрю, мне больно бьёт. Меня не выкинул, вроде нормально. Все, завейдился. А чё лагает, интересно, из-за чего? Ну, не знаю. Да ЗС они делают, наверное. ЗС? Ну или что они там выпустили. Брод завысетились? Да. Так нас это не касается, нам похуй. Ну, по-моему, в воскресенье мы идем в УК, и только в воскресенье лагаем. Не, лагает всегда. Мы тогда десятку ходили, то тоже это было печально все. Тоже в ВВК. Так, Кубоп, Крепатый, Валк. Давайте рыбку пока ставлю. Кстати, да, лагает всегда, когда я собираю рейд. Короче, я собрал 540 хосты, 500, где-то 500, короче, хосты на Аршаме собрал. Заебись. Там какой-то... Я 1100 бегаю, мне мало. Так, блядь, у меня 211 там левел, там синий шмот. Потом посадить Аршамы, да. Оттуда люди еще не зашли. Там какие идолы есть, или как эти, тотемы на Аршаму? 200-й, какие еще? Чё они там? Там 245-й нужно. Он где цепная, там 243 СПД даст. А там срок долгий. А у меня что-то расход на цепуху снижен. 200-й стоит. Ну там с быстрого старта. Мне кажется, с этим пока надо побегать. Тогда еще нету столько. Я вот думаю, что покупать? Это 9 копить. Да. РБК 2 прошел, блять. Ну мне прям интересно, как эти фридомы сработают. Если кайфово. Неизвестно, я знаю, что в обычке это работает, а в хэме может быть и нет. Сейчас проверим. А что поставить? Джирса. Кубот, ткни Джирса. Он КГС не поставил. Ретрики, может им метки дать, чтобы они друг друга видели, хотя бы, чтобы с разных сторон от босса стояли.
Я сейчас не хочу, я хотел на хилов еще поставить, но у нас весь ритм. Левая правая нога есть, слева пускай флеш, справа рокс райт, все. Ну все, пускай там сами договорятся. Так, все готовы, я запускаю. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Согласен, Кобовко убивать. Не чета героям Альянса Тирион. А, аспект. Угу. Если состава до эксклюзии здесь. 10 секунд. Четыре, три, два, один. Что за дужи? По сути, на гараж, да, БР? По магам рибов дайте. Черепочек сыграйте нам, не снобль. Все, он заклеивается, я забираю босса. Просто клеивайте через босса. Незыблемость отдал. Сейчас зайду в разморожу всех. А мне нету дебафа. Хуёво. Умрете. Че он на меня его не кинул? Ну сейчас весь рейд замерзнет. Замерз. Замерз, забирай второго. Да. Все пизда. Да, смысл забирать, но он падает надо, на мне дебафа нет. Ну да, там, блядь, 10 миликов. У нас зеленые. Да, у нас все милики. Вот и как это эвейдить, блядь? Как эту хуйню, блядь, превозмогать, блядь? Ну здесь просто сапрод не пьют обычно танки. Не пьют? Ну да. Она... У меня зарезистил его? Да. Да, да. Не, я не пью. На хп? А что там, блядь, за вероятность связиста?
Ну, вообще-то они пофиксили. Ну, они же добавили, что резист дает уменьшение урона, а не вероятность по-моему, резиста. По-моему, там вероятность все равно осталась. Ну, там в соотношении да, да. типа 1 на 10. Типа, если у тебя 10... Ну, сейчас я на это перебью. Там вероятность осталась, там, знаешь, что убрали? Разброс. Вот если у тебя, допустим, между 30 и 40%, то у тебя либо 30, либо 40%. То есть 10% была вероятность. Если у тебя примерно 35%, как сейчас, типа резиста, то у тебя 50% 30 срежет, 50% 40 срежет. А когда у тебя перевал... Я ничего не понял, ну ладно. Когда у тебя переваливает резист за 41%, у тебя 90% вероятность, что 40 срежет. Это же давно уже изменено, ты чё? Я говорю, как да, было да, раньше. И 10%. Ну не, ну а к чему это нам фут тогда? Ну я говорю к тому, что было так. Сейчас, как ты говоришь. Сейчас просто уменьшение урона можно навести и посмотреть, сколько уменьшения. Да. Почему нам нет дебафа не было сейчас? Потому что вероятность полного резиста есть. 1 к 10 примерно. Если у тебя, допустим, 20% резиста есть, то у тебя процента 2 будет полный резист. Все, 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 Вось, подожди, не грузись. Ну ты спросил, ну, я ответил. Блять, вот, все, ну давай, прекращай. Че, я ничего не начинал. Все, хорошо. Запустил. Слышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирин. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1.
просто, да? Вы умрете. На воде еще. Опять не достаю картнес мобу. Все забрал черепочек. Я заберу воде. Боже, одна секунда. Сокру. Нет, сокрыл, ладно. Я опять замерз сейчас. Ну, размораживайте его, три человека. Так, Кару, подойди ко мне. Подойдите, ну что стоите? Гарри Коресу. Все отлично. Попозже. Отведи там уже. Под морду уходи. Лужа, уходите из-под морду. Уходи, открыли. Окрима, дрища подними. Заберу босса, поставлю его там, где Войт стоит сейчас. Рёв вышел. А Инна поспал бы он туда идти. Ну сука, ну как ты там был? Вы умрете. Вы добили босса? Смотрю, здесь черепочек по краям. У вас работа. Милики Рёв, я буду черепа. Да, давайте так. Милики Рёв, это червь. Отдал из баунта. Смотрим черепочек. Карик. Блять, опять не стали непонятно где. Ладно, червяка играем. Червяка там. А, Войт. Ну я с другой стороны был. Ладно, это, видимо, моя ошибка, надо было в сторону червяка идти. Хорошо, а идеальный. Я вижу БР. На Гуэр уже дай в Гудлика. Вообще не бабе здец. Я же говорил, блядь. От спалины отбежали. Смотрим. Аспект. Фул ДПС. Один БР еще у кого-то есть. Гарик, есть БР? Подними Сузу. От Вакрима убежали, где черепочек? Нашли глазами. Истерию дал. Давайте так, чтобы от стеночку сейчас откинуло вращение. Смотрим метку. Синкей. Это последняя передышка была. Да. Чуть-чуть. Ну сдавайте этот. Бомжей, сдавайте сейчас. Там два был. Кстати, да, давайте попробуем. Хрипатый, давай бомжей и пирекс тоже. Массейвы, давайте. Да он же сейчас крутанется, если вы... Похер, ну типа пробуйте.
вдруг... Бомжи не работают, правда, на боссе. Ну, вот сейчас все умрут. Ну, посмотрите, вы сейчас сняли ему 4%. 4% вы ему сняли в берсе. Ну что, блядь, фридом нахуй, Войда будем слушать, нет? А, бля, хуй с озере, пацанам, блядь. Но все равно хуйня какая-то, да, уже. Даже не в этом, никто не хуй сосил не за это, тебя хуй сосил за то, что ты, типа, начнешь... А никто меня вообще не хуй сосил. Нет, сейчас... его спросили, как работает, типа, он объяснил, начали говорить, что ты душный будет, блядь. Он просто... Это, да, смотри, 10 ля... подожди, 10 лямов сейчас было, да, на боссе? Давайте, иди отвлекайся. Хорошо, сейчас давайте чуть-чуть получше с позиционкой на реле, чтобы он не было, что мы весь рейд с одной стороны под альянса, кто-то там остался под щитом Орды. Сейчас тогда смотрим, куда красный закопается, побежит в ту сторону и будем вставать. У меня есть предложение. Так мы остались под щитами Орды, потому что там червь был, мы его добивали. Да, я только что это и сказал, что смотрим, где, куда красный закопается, где она будет появляться, туда и побежим под те щиты, будем вставать. Есть мега предложение спекнуть одного хила в ДД. Нет, не надо. Ну вот, например, спеллбан. Так, да, давайте. Хорошо. Потому давайте что здесь... на бафы смотрим, что не хватает вместо бафа, а у ебов вообще никаких нет. Джив стоит, починитесь. Огурцы поставьте кто-нибудь. Просто 10 лямов было не добито. Ну, 10 лямов один ДД не добьет. У вас. 5 ДД было. Лежало 2. Да. 2 ДД лежало, и я там. Да, блядь, Войд, не в этом дело. Давай мы нормально, ну, типа, без косяков отыграем, а потом будем смотреть, кого нам спекать. Все, все готовы, все разбафаны, запускаю. У нас минута. Доплыл огурцы. Не забудьте проюзывать во время боя. Войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудо. Дайте шипы дам, блять, будешь ДПС наносить. Я видел и более достойных соперников. Давай, поможем. Ой, пирог сохнулся. Пирог, у тебя что? Минута комбат. Ой, 30 секунд. Пирог, быстрее. 4, 3, 2, 1. Ладно, пьем. У Гарика, по-моему, тут. С ним тоже. Да, Гарик, давай поднимешь спелла. И в него инер сразу. Секунду заберу сейчас. Собрал.
Поеду, минус полпаунда. Два. Один. Деру. Полз тоже. Есть разморозить? Угу. Все, всех разморозим. Спасибо. Давай, я черепочек забираю. А, нет, нет, ты забираешь, я просто ставлю его. Может, 2 секунды. Я замороженный просто. Суза звездочку. А, нет. Валк. Разморозишь меня? Ебай. Отлично. Вести буду в сторону ворот. После ворот. Уходите оттуда. Веду. Я этого забираю. Uh-huh. Поставишь рёва. Uh-huh. Просто это посередине, ну это к стеночке ближе. Вот где локовский портал сюда. Еще чуть-чуть отведу, там уже. А пошли, смотрим, где черепочек. Черепочек в центре. Сука, играем. Ну, под щиты альянса давайте встанем. Все со стороны центра отошли, чтобы щиты альянса откинуло. Меня поднимите. Осколок баунда дайте, Инер. Прыжок. Там, блядь, без стана. В РТТ кинуло и все. Обида ебаная. Ну, смотри, давай. Не было этого, Думи не было. И смотри, как хорошо. Ну, да, сейчас. Ребят, вы лучше скажите, какого хуя у вас, блядь, у миликов, какой вертучий урона в обезьяну, и мы не добили в этот момент змею. Ну вот скажите, пожалуйста, по 300 тысяч у вас в нее. Сыгнул. У нас, когда уже змея должна умереть, у вас зато пробивается рев. Давай. И... 4 кВ можно реально, на самом деле. Да, давай спросим у эксперта Карниза. Карниз, ты даешь добро на 4 хила? Ну я типа сколько трафик. Да, они сейчас так и хилили. Меня под конец только было сложно поднять. Типа спелла в ретрике. Не надо, в 4 хила они высохнут все, они на червях все высохли. Да, смотри, прибавится спелл, это еще монореген. Плюс у нас иннеров просто 5 штук. Два гимна на ману, блядь. Мы опять в удачу будем играть. Да, давайте не надо, согласен. Так, зато прибавится ДПС 8000. Да. Нет, смотри, все. Смотри, Дон, у нас самая большая проблема — это урон. Да. То есть хил идет на второе место уже, а первое место — это ДПС. Так что давайте попробуем спел пустить ретрика. Ну, тройните, да, почему нет. Хорошо, давай. Типа сейчас хорошо уже по этим тактикам отыграть. Не идеально, но хорошо. Давайте попробуем так. Потому что ДПС прям вообще не хватает. Ну, естественно, ребят, змею добейте сначала, а потом уже вливайтесь в рёву. Только куда больше еще ДПС. Да вы его размазываете просто. Выжимать уже некуда вообще. Так, не, тут дело не в этом. Тут... Да, перебежки кривые. А у нас в гильдии элимов нету? Есть? Есть, но без Т4 его сегодня нету, да.
Вон онлайн сидит. А у нас есть он? Да, у Ангрисон. Кто-то или мой как зайдет, тоже хорошо. У нас много, да? А кого менять у нас? Шкаф поставьте. Да я же, у меня как тяжелый. Спыло. Да, спыло. Давайте попробуем с Элемом без спеллбаунда. Спеллбаунд пока что на замену. Давай, да. Заскамили. Чисто забайтили. Сейчас это... Я зашел чел, бля, поиграть, бля, думал, ВК потратить, а его, блядь, беру. Типа, ну, спасибо, что повайпался, пизду. Ебать, ну ты. Ну, тебе ванир сделаем. Сука, он ливнул. Так, а Лангрисов и Каши, дайте кто-нибудь ему в Дискорде. А вот сейчас я ему напишу. Только спеллу разрешили в ретрике, сразу выгнали, блядь, его нахуй. На эти. А если бы добили, например, змею только что, возможно, был бы шанс убить. Так как все были живы. Да крапаль постоянно не хватает. Ты снимешь тебе 5000 голды. Соглашаешься? Ну я чувствую запах победы, бля, ребята. Еще 2 часа, блядь, только потерпите. А это Лем у нас, да? Да, да, это Лем. Ой, Лем. Ну, знаешь, как... будет теперь хаспаниться. Ой, а он еще и дворф. Так, вот это интересно становится. О, гречка. Кто у нас тут ДПСит-то? Ты хочешь? Кару, Кудлик, Трищ. А кто еще? ДНК. Здрасте. Гарик, ты тогда в пятую пати идешь, похоже. Четвертый у нас будет дамажащая пати. А я не дамажащий? Не, ну не так как Локи. У нас просто куча локов. Вообще дофига локов. Тогда тут ничего лишнего. Вот так вот. У нас 4 лока. Пришел в гильдию, спрашивал, локов много? Да нет, немного. Не, локов у нас нормально. Это хорошо. У нас экран, по сути, остается только на массовый привод, блядь. Да не, если бы вот сейчас бы пирекс был бы, если бы не вылетел, да, там, то нормально змею бы вообще убили бы. Прям все, сейчас заебашим, инфосотка, ну. Стой, стоп, Синкай, у тебя какой ник в Дискорде? Ничего был не... Вижу, дал право, доступ. Я почти правильно прочитал. А, хорошо. Ну, у тебя... А, подожди, я включил микрофон на сервере. Был. Все включил. Короче, ребята, я не знаю, читали вы или нет чат, пожалуйста, на миликах. Вы понимаете, что вы сейчас просто заруинили этот идеальный трай? Просто потому, что вы не свичнулись. Да, блядь, там лям был на боссе, вот, добили были РДшки. Милики его не били, это проблема. Милики били большого босса. Вам надо просто добивать змею, и все. Если вас откинет, когда змея жива, все, это вайп. Даже не надейтесь, что-то другое. Не, ну, змею я переживаю. Остан. Так мы не переживаем, если начнут нас плевать, понимаешь? Я не могу даже аспект дать, если на ком-то будет дебаф, его заденет. И чел может не убежать. Если кинется на кого-то дебаф, то просто ну, он да, сожжет. Да, если дебаф кинется, то да, да. Ну, в плане стан рёва я от красной я переживаю. Это понятно, там на танках вообще ну. Поебать. Да, блядь, мы в минус один били, это нормально. Да, сейчас хорошо было. Ну, блядь, не в том, что милики не свичнулись. Первых были минус один. Нет, ну, милики свичнулись, было бы все тогда отлично.
Давайте, запустил. У нас минута. Огурцы поставьте, если... Блоки, давайте, со всех сторон. Огурцы. Масло перебейте, перемажьтесь. Фаски перебейте, Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий Бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Забираю. Эрбо криво. Вы можете не бейлить на этой фазе, если что, поднимается после фазы. Уже, да, я спокойно с полбаунда-то поднял обычным ресом. Хилы могут пить после того, как Гормак упадает, и при этом можно поднимать, поэтому БР на этой фазе даже не тратьте. Не скинулась? Или ты уже забрал с меня, что-то проебал? Я, может, там этот руник вылетел у меня. Сколько у тебя секунд? 24. Угу. Гарик. Чё, Гарик? Не знаю, ты там горел долго. Так уже давно прошло. Забирай 7 стак. Карнест, нет. Флэш, дай Войда поп. Кару на себе. Рез от дрища. Я рез от дрища. Вот сейчас резнут. Я ресну, дрища. Там, говорит, кастовать можно. Я ресую уже. Я успею. Сразу поднимите. 5, 4, 3, 2, 1. Есть что? Ах ты сука. Оставим тебя в звездочку, идем. Мирики чуть пораздут эти. Все, в звездочку. А что ты не отморозил? Блять. Уже все. Медведь замерзший. Там все замерзшие. Пиздец. Сори. Что, лечь? Не, ну да, падаем, сейчас он задует весь рейд. Найс. Сука, вот, блядь. Вот у меня реально кукан с этих. Таков путь, блядь. Путь Сируса. Насколько ДПС вырос? На 10к. Почтим память павших героев минуты молчания. Ну 10-15 где-то. Почти 20-ка, кстати. У нас было 180, сейчас 200.
еще на пару это... на пару секунд подержать подольше. Да, у меня сейчас эти вопросы есть. А зачем вы танками свитчитесь? Я вот вообще этого не понимаю. Типа, это что-то какая-то новая страта или что? Не, просто чтобы с меня никто не сорвал. С ДК ну, типа, не сорвут, а я да, сколько не наберу, там, сколько он наберет. Там агрос сбрасывается у нас на пулов мало. С меня не сорвут точно, а ну, с Вайда сорвут. Типа, можно не свитчиться, но надо тогда всем вомен смотреть, блядь. Давать 10 секунд агрона брать. То есть ДПС потеря будет. Там надо будет стопать людям ДПС. А почему тогда Дон сразу не берет кислотную? Потому что огненная первая влазит, я просто на ней даю таунт и иду за кислотной, чтобы, ну, может там... Просто чтобы она, типа, хилак помнит, не взяла в тарту. Ну, типа, у меня берсерк 3 минуты КД, на зеленую я его сдаю, ну, там как... А, почему я сразу не беру кислотную, я не знаю на самом деле. Я точно... Просто... Ну, потому что он размораживает блинком своим. И ну, этими... А типа, ты можешь ладно. Пробежать, ну, типа, так же спокойно? Ну, в коте можешь пробежать. Инстинкт не, просто станет. Как бы... А в чем проблема, что мы свечимся? В том, что типа, вы три раза... Нет, вы просто три раза как танки спутались, и мы из-за этого вайпнулись. Из-за того, что просто позиционка была убогая. Я три раза видел, как Лока убивала просто из-за того, что вы танки думали, какую кто танчит. Типа, вы потому что свечите таргет. Зачем это делать? Ну, не, он ее таунтит, потому что она вылазит вперед, а моя залазит, закапывается последней. Поэтому я иду таунтить с него, забираю стоячую, огненную, которая была ходячей. А он идет забирать ходячую, которая была стоячей. Ну, это какие-то лишние сложности. Потому что стоячую вы добиваете, ей нужно агро. Ну да, сложности. Лучше тут ДКшником вторым играть, чем вечером. Да просто пусть он сразу на кислотную и все. Там не, просто я хорошо красную отвожу. Мне это как бы. Ему проще с Энджой и с блинком. Не, я тоже могу красную взять. Но я типа могу чаржнуться только в эту зеленую, чтобы горизонно разморозить. Единственный вариант. Хули тут встал. Был призван Гормак, бросающий Биви. Бой, герой! 5, 4, 3, 2. Ребята, спасибо, жизнь. Не резну потом. На меня этот снобольт. Я прямо в упор к нему встану в центр. И вы сразу договоритесь только, кто ресает Гудлика, кто ресает Энка. Я Гудлика ресу, это сова говорит. Ну, идеальный реснешь Энка. Амберда. Он был на фазе. Ну ладно. И на Ревкарнеса. Ну
Голика прибав. 5, 4, 3, 2, 1. Может, у нас не положилось. Разморозь. Веду сюда. Да тут все легли уже. Все. Да. Вот понимаешь, первый босс охуенный. Вот. Просто второй босс, это я хуй знает, это не босс, это хуйня какая-то. Как можно было такую хуйню сделать? Один водится, один не водится, блядь. 10 миликов токсин прилетает, блядь. Еще сделать. Да господи, у них хп завышенное. Не было бы это как на X2, блядь, это все бы уже легло бы давно, блядь. Да понятное дело. Типа-то они делают то, что там с категориями, блядь, и все. Если бы тут были бы категории, тут бы уже тоже давно все легло бы. Так же. Что-то он там написал, не понял. А порезали ВК-25, нет? Или хуй порезали, уёбки, сука. Чё, блядь, не порезать? Сидим тут жопу рвём, блядь. Ну, тут она тоже повышена. Не должно быть такого. Всё к чертям сбито, блядь. Давайте, ребят, вас страйк, блядь, заебал на одном боссе сидеть, блядь, по 3 часа. Я понимаю. Это хуйня. Не вас страйк, мы почти его убили. Мы как-то на Халионе 8 часов посидели, блядь, делать нехуй было. А шо мы убили? Мы 30% встали и супер. Ну так траить-то надо босса. Здорово. Так, замены кто-нибудь есть? Плюсик в чат, пожалуйста. Кто-то более одет есть. Нон, блять, Дэдбич дает 10-12. Да, кстати, Дэдбич нормально. Типа он хорошо дает. Ты зря его. Серьезно? Да, ну да. Давай. Там просто я смотрел, вэпонов нет у него. Ну, вчера он 10-ку давал, держал спокойно в 10-ке. Стабильно, ВВК. Дэдбич. Don't. Я не думаю, что хорошая идея 4-й час тратить одного босса. Типа мы стоим на месте все равно. Как по мне. Кого у нас вот трое два назад мы его почти убили? Не, просто. У нас был весь рейд живой, мы накосячили со свичем просто. У нас был весь рейд живой. Типа, если был бы трайк, это посмотреть хотя бы, что у нас с стрелом. Не карниз, мне кажется, большой прогресс, блядь. Фридомы даются, блядь, дыхание. Ну, прогресс, да, страшно. Но все равно стоим на месте. Теперь у нас какие-то другие проблемы начинаются. А я же говорю, 4-й час страйть, и все равно то же самое будет. Тут других проблем никаких нету, только единственная проблема, что в 10 человек прилетает либо токсин, либо огонь, блядь. И в том случае это важно. Хорошо, все, давайте. Пристопав есть? Да, когда в Великобритании всегда была проблема. Да, естественно. А, повару репав дайте. Каска кулак, вижу, есть. Кулак по дроиду. Не, Лакрима, дроиды это... Нет, здесь хорошо дроиды. И у вас обновление регенит. Там уж регенит совсем чуть-чуть.
А у хилов хуёво с маной после первой фазы, кстати? Мне нормально. После первой нет. Вы топить можете. По одинов только. То есть вы должны быть фуловые на второй фазе. Не, в этом тут не в хилах проблема у нас. Не, просто они там говорят, что просто. В их количестве. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Скорость. Забираю. Исполин. Скомбать-то больше, чтобы из комбата сразу вышли. Ой, все, сори, я уж там руинил. Давай поменяемся, блядь, я буду ходячую, ты стоячую. Мы, кстати, раньше перевелись в футболисты. Да, да, мы очень сейчас хороший трай, я еще в этом подумал и отвлекся за руинил, блядь. 250к ДПС было. Ну что, вы реально не хотите четвертый час тут сидеть? Нет, четвертый час я тоже не хочу, но типа вот трая 3-4 можно еще сделать, вот учитывая, как они у нас идут, последние особенно. Уже очень хорошо. Давайте сделаем, блядь. Поменяйтесь местами, и все, если ты устал. Да, 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 давай, давай, давай. То я что-то фейлю. Там Пирекс описал мне в ПМ, у него температура поднялась. Да, 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 я видел, я поэтому его поменял. Он мне тоже писал. Он мне еще до рейда писал, что состояние не очень. Да и по ДПСу было видно. Ну, дедпич хорошо дает. Я вот прям сильно удивлен. А ты брать не хотел? Ну да, да. Да я посмотрел, что это 26-й вепон. Типа один, второй. Думаю, блин, ну ладно. У него там все шея, кольца, блядь, три нет. Ой. Да. 4-4 хорошо дает хурик. Кому мне бы кашлять? Ну не все, но есть.
Так, я ходящий, ты стоящий, да? Да. Не, давай просто я зеленую заберу, а ты на красной сиди. Ну, все время. А, типа, даже если меняется, все равно на красной, да? Угу, да, давай, а, давай. Так, запустил. Пристабав можно?